Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите: «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь», вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом, как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна», Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что мы собираемся делать в ближайшие 12 месяцев. Я верю, что это видение и миссия церкви «Волна». Это наша суть. Мы знаем, что грядет конец, но вот что мы планируем сделать в этом году. Мы записали Божий план. Это первое. Я хочу сказать вам кое-что. То, что я собираюсь сказать вам сегодня, это истина из Писания о том, как сформировалось видение церкви «Волна». И это не просто какое-то корпоративное видение. То, чем я собираюсь поделиться с вами, является чудесным планом из Слова Божьего, который поможет вам построить видение для вашего брака, для вашего здоровья, работы, будущего, финансов. Да? Это чудесный принцип. Это не просто базовое видение. Мы видим, как Бог дает нам видение в нашей жизни, чтобы они сбывались. Одна из проблем, с которой я столкнулся, частично связана с нашим католическим прошлым. В церкви сложилось представление о том, что есть духовенство и миряне. Духовенство — это профессионалы, а миряне — это люди, которые приходят в церковь и наблюдают за тем, что делает духовенство. Но Новый Завет не учит этому. Новый Завет говорит, что все мы служители. Он также говорит, что одним дал быть апостолами, пророками, пастырями, учителями, евангелистами, чтобы снарядить святых на исполнение дел служения. То, что вы делаете на работе, в школе, в науке или в спорте, в медицине или бизнесе, так же помазано Богом, как и то, что делает пастырь. Вы слышите меня? Святые люди, которых Бог поставил вести церковь, призваны снарядить вас на работу в служении. Бог помазал меня, и Он же помазал Тима Тибоу, Канье Уэста. Аминь. Я молюсь, чтобы так и было, и он стал сильнее. Я молюсь, чтобы он приводил людей в Царство Божие. Кто скажет аминь на это? Я хочу сказать вам, что мы все служим, но мы должны научиться жить согласно видению. У нас нет молодежного, женского или детского видения. У нас есть одно видение, и мы планируем воплощать его через отделения и кампусы. Это одно видение. Если видение два, то это уже разделение. Все знают, что церковь «Волна» существует для того, чтобы воплотить следующее видение. Чтобы небеса радовались. Аминь. Чтобы привести людей, которые потеряны и не знают Бога, к спасающему познанию Иисуса Христа. И не просто оставить их с этим, но помочь им найти смысл и изменить мир, найти общину. Вот видение церкви «Волна». Аминь. Мы хотим объяснить вам, как это выглядело в Писании. Послушайте, что сказал Иисус. «Я говорю тебе, ты, Петр, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Можно сказать вам кое-что? Как только вы вошли в Дом Божий, стали частью церкви, Иисус говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если вы член поместной церкви, вы в побеждающей команде. Не знаю,
знаю, как вы, но я хочу посвятить свою жизнь созданию того, что не одолеет ад, того, что строит Христос. А что Он создает? Конечно, церковь. Скажите аминь на это. Апостол Павел говорит нам о том, что люди в церкви должны смотреть на себя, как на тех, кто участвует в игре. Об этом говорит нам первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Павел обращается к церкви в Коринфе. Он говорит: «Друзья, вы должны смотреть на себя, как на участников гонки, прежде всего». Итак, давайте посмотрим 9 главу, 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Послушайте, что сказано в 25 стихе. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И вы участвуете не просто ради участия, но чтобы победить. Бегите, чтобы победить. Соревнуйтесь, чтобы победить. Мы не соревнуемся друг с другом, но мы будем бежать наш забег с видением. И будем делать это ради победы». Вы понимаете? Здесь он говорит о мирском спортсмене. Его венец временный. А то, что мы, христиане, делаем во время игры, назидая церковь, мы делаем это для вечных целей. Мы как Эрик Лидл в «Огненных колесницах». Помните этот фильм? Он основан на реальной истории человека, у которого был синдром депрессии от успеха. Его цель была временной. Он хотел выиграть золото. И он выиграл это золото. Он всей своей сущностью хотел получить золото. И когда он выиграл его, то у него не осталось больше мечты. Ему не было ради чего жить, и он впал в депрессию. Но, друзья, когда мы в церкви, то бежим ради венца, который связан с вечностью во имя Иисуса. Вы можете быть уверены в одном. Когда у вас есть видение, у вас есть и ограничение видения. Послушайте, что Павел сказал Тимофею. «Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Иными словами, вы должны действовать в ограничениях этого видения. Аминь. Уверен, люди постоянно говорят: «Ты знаешь про ту церковь? Они делают это. Это чудесно». Но мы не та церковь. Мы церковь-волна, и мы просим людей придерживаться ограничений нашей церкви. Вы понимаете это или нет? Вы должны придерживаться этих ограничений. Послушайте, что Павел еще сказал Тимофею, лидеру церкви Нового Завета. Он пытается помочь Тимофею понять, как это работает. Он говорит: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Я перефразирую его. Я не знаю, кто написал послание к евреям, но вот что мы слышим. Иисус создает свою церковь. Мы в гонке, и мы участвуем в ней, чтобы победить. И мы делаем это для вечности, а не для этой земной жизни. Аминь. Видение церкви «Волна» состоит в том, чтобы небеса праздновали, чтобы люди обретали спасающее познание Иисуса Христа и возрастали в дарах, открывали свое предназначение, меняли мир, находили общины. Вот каково наше видение. Пастор, я слышал, что в этой церкви с потолка падает золотая пыль, и люди падают от славы Божией. Но все это чудесно, но мы такие. Мы здесь для того, чтобы достигать потерянных. Послушайте, что говорит Павел. Не Павел, автор послания к евреям. Я думаю, что это было несколько человек, среди которых был также и Павел. Он имеет в виду всех тех, о ком говорится в 11 главе послания к евреям. Я называю их участниками зала славы. Это великие мужи и жены веры, которые перешли из этого мира на небеса.
Итак, сказано, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Библия говорит, что они сидят на трибунах небес, в Колизее, они окружают нас. Если бы я мог открыть крышу кампуса, в котором вы находитесь, мог бы открыть этот невидимый духовный мир, который реальнее того временного мира, в котором мы живем, то вы бы увидели Колизей, трибуны, на которых сидят все из 11 главы послания к евреям. Они кричат: «Давайте! Это ваш день! Вы участвуете в забеге!» Они бы кричали вам: «Вступай в игру! Не сиди на своем уповании! Возьмись за делом! Участвуй в гонке! Иисус создает свою церковь! Будь частью церкви. Успех начинается с воскресения. Это первый день недели, а первое искупает последнее. Вы хорошо начали неделю, потому что вы в Доме Божьем. Сказано, что мы окружены облаком свидетелей. Итак, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Это правда, не так ли? Все, что мешает нам, и грех. Мне нравится, как пишет апостол Павел. Я понимаю его. Чего должен делать, не делаю. Я постился 21 день. Вы не поверите. Сколько раз я просыпался и говорил: «Я начну свой пост сегодня». И даже не осознавая этого, садился и завтракал. У кого-то наверняка такое же было. Иногда мне нужен месяц, чтобы попоститься всего лишь 3 дня. То, что должен делать, я не делаю, а то, чего не должен делать, я делаю. Кто из вас переживал то же самое, что и апостол Павел? Да. Мы все это проходили. Кто из вас делал так же? Павел говорит, что нам легко запутаться во всем этом, и это правда, абсолютная правда. Не очень звучит, правда? Эти люди свидетельствуют нам: «Бегите, бегите ради победы. Вы здесь не просто участник». А я прочитаю вам перевод Стива Келли. «Вы победили в забеге к яйцеклетке 40 миллионами сперматозоидов. Вы родились уже победителями». Некоторые поймут это позже. Тот, кто участвует в игре, знает, как работает воля Божья. А если вы не будете участвовать, то никогда не узнаете волю Божью. Я хочу, чтобы вы услышали это. 36-й Псалом, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И вот в чем дело. Я постоянно спрашиваю людей: «А что вы хотите сделать со своей жизнью?» Их слова расстраивают меня. Я просто хочу делать то, чего от меня хочет Бог. Прекрасно, но это неправильный ответ. Это правильный вопрос. И нам нужен ответ. И, конечно, мы все хотим делать то, чего от нас желает Бог. Но Библия говорит, что если мы будем утешаться Богом, то наши желания будут от Него. То есть это будут не ваши, а Его желания. Вы должны знать, каковы желания вашего сердца. Аминь. Вы понимаете? И тогда вы поймете, что Бог вложил в вас. Это ваше условие, если вы утешаетесь Господом. Здесь не сказано, что если вы утешаетесь Богом, то будете хотеть делать то, что хочется вам самим, и молиться о том, чтобы Бог благословил это. Это глупость. Так не бывает. Но если вы утешаетесь Богом, живете по мудрости и Слову Божьему и исполняете их, то ваши желания будут не вашими личными, а от Бога. Если у вас есть желание писать песни, быть бизнесменом, ученым, медиком, учителем, спортсменом, и вы любите Господа, то знайте, что эти желания дал вам Бог. А вот как мы находим волю Божью.
Послушайте, что Библия говорит в послании к Колоссянам, 3 главе, 15 стихе. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». И снова мы видим мысль о том, что нам нужно вступать в игру. «Да владычествует мир Божий» на греческом в буквальном смысле означает «быть рефери». И это опять же связано с игрой. Мы говорим о том, что бежим ради победы. Мы говорим о вечных целях. Вы слышите меня? Сегодня, когда вы будете смотреть Супербоул, если вам интересно, мне интересно, так что я буду смотреть. Я люблю американский футбол. Воля Божия состоит в том, чтобы играть в американский футбол и есть, сколько в вас влезет. И ходить нужно только в домашнем, потому что когда объедаешься, то не нужно расстегивать пояс. Он не скажет «простите, вы не на том месте на трибуне». Рефери не интересует никто, кроме игроков на поле. Он считает очки лишь тогда, когда вы в игре. Он даже не обращает внимания на тех, кто сидит на скамейке запасных. Он не скажет «простите, но вы без шлема». Его интересует лишь тот, кто на поле. Вы никогда не узнаете, какова воля Божия, если вы не делаете ничего, если вы не задействованы. Бог говорит вам «идите». О чем вы молитесь? Ну, я не знаю, должен ли я ходить на ячейку, служить, быть лидером. Позвольте мне сказать вам нечто, что записано в Библии. Запомните это. Я не хочу говорить с надменностью, но со смирением. Я хочу жить в воле Божией. Если я на поле и делаю то, к чему, как я считаю, Бог призвал меня, и признаю, что желание моего сердца от Бога, я строю то, что строит Христос. Туда же допустив ошибку, если я буду на поле, Дух Святой будет рефери, который сообщит мне об этом. А вы понимаете? Но вы не услышите рефери, если не будете в игре. Так что вступайте в игру. Аминь. Ну, я не знаю, к чему меня призвал Бог. Начните с чего-то. Посмотрите, что Библия говорит в притчах 16 главе 3 стихе. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Нет ничего хуже диванного эксперта, пытающегося объяснить игроку сегодня. Вы смотрите Супербоул, поглощая чипсы и запивая газировкой. А вы слышите? Кетчуп с хот-дога течет по вашей футболке. Вы слышите? Вы макаете свои начо в сырный соус. Кто-то проголодался и захотел уйти из церкви, и вы кричите, ну как он мог поймать этот пас? А вы попробуйте выйти на поле, чтобы поймать пас, когда на вас летит шкаф. Люди приходят ко мне, и они говорят, пастор, знаете, что конкретно вам нужно сделать? Я спрашиваю, вы делаете хоть что-то? Нет, я не буду вас слушать тогда. Предайте Господу дела свои, и ваши дела совершатся. Если вы не в игре, то вы диванный эксперт, всего лишь, да? Иисус сказал, так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Я хочу закончить сегодня, потому что времени немного. Я уже говорил на наших кампусах о других инициативах, которые мы представляем сейчас. На наших кампусах будут происходить чудесные вещи. Я просто хочу сказать вам, чтобы вы вступили в игру. Когда я только отдал свою жизнь Иисусу, от меня было мало пользы в церкви. Я был диким молодым человеком, находящимся в замешательстве. Я пил по барам и клубам с 12 лет. В 17 я отдал свою жизнь Иисусу. В Австралии разрешали пить с 18 лет, а здесь с 21. К 17 годам я прожил весьма непростую жизнь. Мои родители были алкоголиками. Мой отец был зависим от азартных игр. Я пережил много болезненных моментов, как телесно, так и эмоционально. Я пошел по пути безумного бунтарства. Я делал вещи, которыми не горжусь.
Когда я только отдал свою жизнь Иисусу, то знаете, что я мог сделать? Вы готовы? «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Я вступил в хор. И там мои мысли утвердились. Я понял, что это не мое будущее. Но я бы никогда не узнал этого, если бы не принял решение. Это было единственное, что я мог делать. Никто не просил меня стать лидером в церкви. Вы еще со мною? Моей главной целью было не уйти в запой. Вы слышите? Это была моя главная цель. Разрушить оковы алкоголизма, который мучил мою семью на протяжении поколений. Я знал, что если не буду делать что-то для Божьего дома, то буду снова в баре. Я вступил в хор. Мы были путешествующим хором посланники. Я помню, как мы пели одну песню. Сейчас вы поймете, что мой дар пения — это не то, чему вы сильно обрадуетесь. Мы пели песню, которая называется «Мы посланники Христовы». Мы его посланники, мы посланники Христа, и мы призваны к тому, чтобы посылать мир на эту землю. Я помню, когда мы были в харизматической католической церкви, я пел эту песню, я ощутил на себе всю тяжесть своего греха. Мы посланники. Посланники, посланники Христовы. Враг с радостью напомнил мне о людях, которым я причинил боль, драках, в которых я участвовал. У меня до сих пор остались шрамы на руках от драк с людьми. Я был боксером, я приводил людей к наркотикам и алкоголю, и некоторые так и не оставили их, даже по сей день. Некоторые из моих друзей, которых я вовлек в это, уже мертвы. И когда я пел эту песню, то сказал про себя, «Боже, я просто нечестивец какой-то». Тяжесть греха упала на меня. Я помню, как посреди этой песни Бог дал мне видение. Это было сверхъестественное видение. Мама стоит в церкви, я вижу себя стоящего у подножия креста под тяжестью осуждения. А враг напомнил мне обо всем, что я когда-либо делал раньше в своей прежней жизни. Я сказал, «Боже, я нечестивец, я не заслуживаю быть здесь». И тут я вижу себя у подножия креста, а на кресте Иисус. Но Он повернул голову ко мне, стоящему внизу. Иисус посмотрел на меня, я взглянул, в свою очередь, Ему в глаза. Я никогда не видел таких глаз ни до, ни после. Он глядел сквозь меня, Он видел меня целиком. Он видел грех, видел стыд, видел вину. Но это был взгляд любви. Он говорил, «Я люблю тебя». «Моей благодати достаточно для тебя. Ты прощен». Вот почему я пошел на крест. Ты не мог справиться сам с этим. И я пришел за тобой. Я посмотрел ему в глаза и сказал, «Иисус, я люблю тебя. Спасибо тебе, что ты не побрезговал и пришел за мной». Я не ощущал осуждения. Я смотрел в глаза Спасителя, а потом капля крови сорвалась с его лба в этом видении и упала на меня. Она захватила меня. Я никогда не ощущал себя таким чистым, опять же, ни до этого, ни после. Он сделал это не только за все те грехи, что я совершил до того, как стал христианином. Вы должны услышать это. Он сделал это и за грехи, которые я совершил после того, как уже стал христианином. И хотя я тяготился этими старыми грехами, этим старым наследием, я понимал, что Он очищает меня. Тем, кто во Христе, нет никакого осуждения. Это мое видение. Все должны пережить встречу с любящим Спасителем, сильным Богом. Я хочу сказать вам сегодня, церковь, вступайте в игру и побеждайте вместе со Спасителем.
Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. Вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите: «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь». Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам!